В соревнованиях девушек и на льду появляется обладательница ни много ни мало оловянной медали на взрослом чемпионате Соединенных Штатов Америки Ханна Харрелл, тренирующаяся под руководством российских тренеров Алексея Летова и Ольги Ганичевой. И нет, это не Кармен, это подборка различного танго. Очень хорошо. Ну что же, могу сказать, что я не могу сказать, что мне очень понравилась программа, потому что связки абсолютно пустые. А в основном она бежит. Бежит она хорошо. От прыжка к прыжку. Но это же не легкая атлетика. Но никаких интересных связок, никаких крюков, выкрюков. Ну, сложных каких-то интересных положений. У нее очень хороший лутц. Очень хороший лутц у нее. Может быть, они потом будут разучиваться. Ну, вот...
Ну и потом она, так сказать, и... там, наверное, один у нее недокрут какой-то. Как показывает практика, да. Не очень хороший флип. Вот. Да, флип. Это был в конце. В конце вот да. С флипами даже с двумя не справляется американка. И арбитры, точнее, техническая бригада ставит ей недокрут. А вот что касается вот этого каскада Лутс Трайна Тулуп, тут вообще никаких претензий. Никаких нет претензий. У нее сложный выход. У нее через дугу, через крюк, выкрюк. У нее сложный выезд, никакого нет вообще. Вот это единственная связка, которая была, ну, как бы сделан был элемент такой шпагат. Да. А так в основном у нее бег, и поэтому я не знаю, как со второй оценкой будут судьи, я не берусь их править или что-то говорить, но мне кажется, что такая девочка, она очень красивая, у нее хорошие линии, у нее очень хороший прыжок. И почему простые связки, не знаю. А может быть, со сложными связками она не справляется? 114 баллов ровно набирает Ханна Харрелл. Это лишь пятый результат по итогам текущего состояния в произвольной программе. По сумме она третья. Она уступает Юни Шираеве из Японии и проигрывает еще и кореянке Ян Ю. Ну, она честно проигрывает японке. Потому что японка... На мой взгляд, и кореянке она честно проигрывает. Честно, абсолютно. Да, абсолютно честно. Ну, здесь такой вид, что вот это... Здесь видно все.